Шоссе 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Создание помехи автомобилю или пешеходу, которые имеют преимущество, нарушение требований разметки. Вот, по данным МВД, основные ошибки, которые выпускники автошкол допускают на практическом экзамене. Также в перечень наиболее часто встречающихся недочетов входят не включение указателя поворота, неправильная параллельная парковка и заезд в бокс. Трасса 101. Новые правила техосмотра еще не вступили в силу, но уже зашла речь об их несовершенстве. В частности, ГИБДД беспокоит то, что фото автомобилей, которые приезжают на пункт ТО, легко можно будет достать из базы и отредактировать. Например, убрать трещину на лобовом стекле или заменить государственный регистрационный знак. Госавтоинспекция призвала Министерство транспорта учесть эти риски. Трасса 101. В нашей стране резко вырос спрос на электромобили, констатирует агентство «Автостат». За первые три месяца этого года наши соотечественники приобрели 300 новых и почти 1300 подержанных электрокаров. За весь прошлый год было, соответственно, почти 700 и почти 5300. Среди бэушных зеленых авто лидирует Nissan Leaf. После отмены в прошлом году таможенных пошлин эти машины стали активнее ввозить из Японии. Среди новых наиболее популярны Audi e-tron и Porsche Taycan. Трасса 101. Автомобили с российскими номерами просто так не останавливать, только при наличии веской причины, то есть нарушения ПДД. Такую директиву получили гаишники в Абхазии. Таким образом, власти республики хотят заманивать на отдых автотуристов из России. Также для них отменен обязательный тест на коронавирус при въезде и выезде. Трасса 101. Вашингтон первым из североамериканских штатов принял закон о запрете продажи новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе. Табу вступит в силу в 2030 году. Исключение сделано только для дизельных грузовиков. Старые машины с ДВС покупать и продавать будет можно. Если кто-то исхитрится и купит традиционное авто в другом штате, то зарегистрировать его в Вашингтоне не получится. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.